Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан, и мы продолжаем играть в Infinity Wars. Я продолжаю проходить кампанию, поскольку без съемок у меня не получается ее пройти, нет времени, а на съемке, собственно, есть. Поэтому все-таки будем на съемке проходить кампанию, так или иначе. Ну и вам, наверное, это будет интересно. А уже потом мы сможем играть с людьми, потому что, когда пройдем кампанию, а у нас будет достаточно карт, чтобы сделать колоду. Так, и мы остановились, вот с этими мышками боремся, и что-то меня убивают. Ой, сейчас, минуточку, ребят, я запишу время, я чего-то его не записал. Сейчас, секунду, все. Так. Тяжело, тут тяжело. Так, опять можно пожертвовать этого, и чтоб тот стал сильнее, да? Надо ли нам это? У нас вот он 16 сейчас убьет, а я его как бы не совсем еще. Верните целевого персонажа. Я бы вернул. Я бы вернул, но понимаете. Так. Одиничка. Пожертвовать. Пятерочка. Я могу вот этого жертвовать? Нет. А могу вот этого пожертвовать? Нет. То есть я могу только пожертвовать, кто на поле боя. Что если семерочкой жертвовать? Тоже не могу. Что-то я не могу, ребят, тут. А нет, могу. А, механически. Угу. Чтобы этот он усилил. Ну, давайте посмотрим. А, он еще десяточку вытащил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. О. Да. Что-то как-то не так пошло, как я хотел. И меня, похоже, убьют сейчас. Похоже, меня убьют. Так. Давайте вот так сделаем. Давайте сделаем вот так вот. И вот так вот. Давайте так вот. Собственно, вот так лучше. Нет, вот так вот и вот так вот. Самое запутался, конечно. Давайте так. А! Он вытащил. А, они вообще-то должны уйти, по идее. Да. Двадцаточка есть. Это есть. Хорошо. Держимся, держимся, ребята. 59 у него, 30 у меня. Что-то мне такое ощущение, это последний бой. Ну, в смысле, что этот в этой компании последний. Ну, уж сильно как-то напряженно. Так, что это делать, что это делать? Все ваши персонажи получают эффект порча. Все ваши? Не понял. Все ваши персонажи получают эффект порча 2.
смысле, в каком смысле? В смысле, что если я кого-то ударяю, то ему потом плохо, да? Что-то я вот пока не понял, честно говоря. Что-то, ребята, я пока этого не догнал. Смотрите, он сейчас все же вытащит сюда же. Такой же он такой, а? Он же все вытащит сюда. Понимаете, ребята? Давайте вот так. Я решил защищаться, ну, всех кину. А он такой, и он защищаться. И такие, стоим такие. Жесть, жесть. Такой, он защищается, я защищаюсь. Так, ну нафиг, так. Я вот этого на... Вот этого. Я все защищаться буду. Так, я единственное, не понимаю, все ваши персонажи получают эффект порчи. Ну, в смысле... В каком смысле? Что я их... Порчу делаю, да, на них? Ну, не на себя же. Как-то не очень-то. Хотелось бы на себя... Не хотелось бы на себя порчу. Ну, давайте как-то посмотрим, что-то из этого получится. Так. Ой-ё. Так, это он защищается, нападает. Хорошо, нападает он. По-моему... Не так много у него персонажей. Это хорошо. Это хорошо. И у него какой-то вот этот какой-то стал сильный весь. А, он получает +2/+2. Да, вот это вот. Хоть с другой стороны у него 5 осталось. Довольно неплохо. Это довольно неплохо. Хорошо, а как мне сделать, чтобы у меня эти... Чтобы у меня все ваши персонажи получают эффект порчи. Ну, то есть они уже получают или еще нет, не получают? Я понять не могу, ребят. Не знаю, я засисяться буду. Я буду засисяться. Так. Да я понял. Активируем вот это на вот этого. Эффект порчи. Я не знаю, что это за карта такая, эффект порчи. Так. Ага, он же у меня не погибает. Молодец, молодец. Так, теперь... Да я понял, активируем опять вот этого на этого. Так. О, двадцаточка. Уже нормально. Так. Ой. Опять это порча. Чё она делает? Он защищается, но мне туда соваться вообще не стоит. Не стоит, ребята.
усиливаем еще раз. А у него, видите, вот тот 28. Это же... Это жесть какая-то, просто... Не, мне нравится, эта игра, это... У нее механика, конечно, вообще своеобразная механика. А вообще... Что если мы вот... Нет, вот так и... А, ну да, механически, правильно. Все время забываю. Так, подождите. А, не-не-не, а могу я откатить, ребят? Не-не-не, могу откатить. Пожалуйста. Вот этого на этого. А, не могу, да? Ну ладно. Так. У него вот эти вот увеличиваются. А у меня вот это всех убивает. И у него боевой дух падает. А я держусь пока. Собственно... Не, я просто если сюда пойду, все, это... Ну, не, я-то тут сразу умру. В принципе, мне... Я могу назад, ребят? Я могу... Я только в нападение... Да ну, я там помру сразу. Я не хочу вообще туда. Я вообще туда не хочу, так... Как мне порчу он получает, ну? Куда мне этот артефакт? Полчища мертвецов. Создает 5 персонажей, 2-2 типа умножить. Ну, создал он. У меня тут усилился, и я его... Вот-то. А, у меня умер мой этот самый рыцарь. Рыцарь, нет. Не умирай. Не умирай, рыцарь. Это... Не, это долго будет. Это будет битва долгая. Ой, извиняюсь, ребята, не успел. Микшер. Микшер не успел выключить. Вывернуть. Извиняюсь. Так. Вот этот у меня теперь. Давайте, я не знаю, вот этого усиливать. Ну, я усилил ее. Чё такого-то. Так. Как эту порчу использовать? Так, вытаскиваем этого. Мне только бы держаться. И держаться. Ну давайте вот эту усилим, что ли. Тетю. Тетю усилим. Так вот. Ап. Так. У него уже 39, 38. Это жесть просто. Это просто жесткач какой-то. Но у него боевой дух 66. И мне надо... То есть, у меня единственная задача его по боевому духу убить, понимаете? Это просто трындец какой-то. А, нет. Стой, не сюда. Так. Так. Как обычно мы жертвуем этого на вот эту тетеньку. В данном случае. Не, ну это жесть, конечно.
Такой механики я еще нигде не видел. Прикольно. А, так он... Аж какой хитрец. Он на меня не нападает. Ладно. Ладно. Не нападает, значит, он на меня. Хорошо. Это, кстати, хорошо. Я успею тетеньку усилить. До невероятных размеров. А тот у него, посмотри, тот 40-40. Мне больно смотреть на это так. Мне больно на это смотреть. Продолжаем нашу тактику. Тактика подавления. Я не знаю, как ее назвать еще. Ага. Тактика подавления. А он, понимаете, он не хочет нападать. Он понимает, потому что у него из-за этого боевой дух уже 62. Так, я микрофон сюда пододвину. Так, активируем. Просто если я только нападу на него, да, у меня сразу боевой дух там упадет. Он у меня уже как почему-то 27. Не могу понять. Не, вот эти все остались. Ну, смотрите, если я... Вот у него боевой дух. 3, и он мне сразу умрет. 3, и... Как бы смысл какой мне лезть? Мне смысла в атаку нету лезть. Опять он там этот нежить вытащил, но... Ага, он на меня не нападает. Окей. Это может вечно продолжаться. Эта музыка будет вечной. У него уже не 50-50. Жесть какая-то. Сколько у него там всего. Там защищается. Я тоже защищаюсь. Такие защищены такие, понимаете. Мы защищенцы. Так, мне главное, видите, чтоб ее не убивали. Вот что главное. Понимаете? Чтобы ее не убивали. А боевой дух-то у него 56 уже. Да. А чё, карт уже нет? Смотрите-то. Увидите, чё, карт-то уже нет. То есть карт уже нет. И он на меня не нападает, да? Да, тяжело. Нет, он все-таки нападает. А что у меня карт нет, а у него есть? Что-то не могу понять. А, все, и у него нету, да? А, все, у него нету карт, у меня нету карт. Это жесть. Это просто жесть, ребята. Как бы вот эти-то использовать? Все ваши персонажи получают эффект порчи. Угу.
Не, не надо, я-то и там помру сразу, вот если вот мне вот эти будут. Смысл туда лезть? Не смысла туда нету лезть. Я только усиливаю вот эту тетеньку 50-10. Я могу ее до бесконечности усиливать, понимаете? Понимаете, в чем дело? И все. Это жесть какая-то получилась. Это какая-то. А я не. Я, понимаете, я сюда полезу, он меня убьет. У меня только вариант усилить ее настолько, вот эту, да, что у него 54 не пробьет. 54. Это 100, это. А, пипец, это 100 с чем-то надо. И чтобы все об нее разбились. Понимаете? Это жесть просто. Это капец. Вы знаете, давайте я на этом закончу, а потом, не знаю, потом на следующей уже неделе, если буду Infinity War снимать, скажу, чем, в общем-то, закончилось это, потому что это может быть долго. Я просто и уступать не хочу, и просто это долго будет. Хорошо, но если Хронос, ты смотришь это видео, я думаю, может, ты смотришь, это Рома Хронос, с которым мы, собственно, видео делали, одно из видео по Infinity Wars. Ты видишь, все делается, да? Это жесть просто. Ты за 50-54. Я тебе вообще тоже потом скажу, чем закончилось вот это вот. В TeamSpeak'е там скажу тебе потом. Хорошо, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.